Ау, сиреноголовый, тут тебе вопрос хотят задать. Ну попроси, чтоб он вышел из тебя. Как? Как в прошлый раз? Вот дебил. Сейчас я вас разъединю. Вставай. Стойте! Смотрите, что там на горе? Это Cool Kids, крутые детки. О, деревня какая-то. Ага, и что это нам дает? Мы не знаем, где мы находимся, да и связи тут нет. И еды тоже. Ладно, давайте думать, что делать. Егор, ты что тут делаешь? Да так, воду купить хочу. А я за мороженым, жара на улице. Ладно, я тебя угощу. Можно одну воду и мороженое? А вы тут что делаете? Да так, просто в магазин заходили. А вы? А мы, видимо, куда-то шли. А куда? Мы вообще не помним, что было вчера. Как будто это стерли с нашей памяти. Ага, как будто в сознании оставили только то, что мы куда-то идем. А вы хоть что-нибудь помните? Не, я просто оказался в магазине, и туда пришла Амелия. А вам не кажется это странным? Ну, не могли же мы все одновременно забыть. Может, что-нибудь случилось? Я вообще ничего не помню. А я вроде сидела в школе и видела какой-то сон про SCP-горку пожирателя. Бред какой-то. Так, давайте вспоминать, что мы знаем достоверно. Ну, мы учимся в 7 классе. Сейчас 2020 год. Но почему мы такие взрослые, 7 А? Стопы! У меня в телефоне написано май 2021 года. Что происходит? Ну, может быть, глюк какой-то. Ох, не нравится мне все это. Я очкую идти в эту деревню. А придется, потому что я проголодался. И зачем мы только его переманили? Хоть в него и вселился сиреноголовый, но суть осталась та же. Мы же его не прокормим. Слушайте, а может это проделки унитаза головы? Точно! Они же тогда пришли всех спасать. Они, наверное, решили нам отомстить. Давайте у сиреноголового спросим. Слышь, Юра, спроси у него. И как я его спрошу, если он внутри? Ау, сиреноголовый, тут тебе вопрос хотят задать. Ну попроси, чтоб он вышел из тебя. Как? Как в прошлый раз? Вот дебил. Сейчас я вас разъединю. Вставай. Блин, как я до такого докатился? Я предал своих друзей. Так, пока сиреноголовый не управляет моим сознанием, надо что-то придумать. Сиреноголовый, скажи, где мы, что нам делать? Да, и как нам отсюда выбраться? Да, и что сейчас с крутыми детками? Да я сам ничего не знаю. От восьмого А нет никакой информации. Так. Да, никакой от тебя пользы. Сейчас я включу режим дальнего видения и узнаю, где мы. Так, мы в 120 километрах от города, только вот куда идти, непонятно. Ну, вон дорога, давайте по ней и пойдем. Согласен, куда-нибудь дойдем. Стой!
стойте! Смотрите, что там на горе! О, скульптура какая-то. Странно. У кого хороший зум на телефоне? Давайте посмотрим. Ну, у меня хороший, сейчас фотку. Это что такое? Ребята, кто-нибудь знает, что это за памятник и что он означает? Статуя какая-то, на печеньку похожа. Вроде эта дорога как раз и ведет на ту гору. Пойдемте посмотрим. Да, давайте. Пойдемте. Так, давайте посмотрим, что это за огромная скульптура SCP-173. Может, придумаем, как выбраться из этого мира? Мы все дети аномалий. SCP-173 тоже аномалия. Мы должны туда сходить и все посмотреть. Так, Юра, мне нужно обратно в тебя вселиться. Фиг тебе, отправлю тебя в подсознание, и ты ничего не сможешь мне сделать. Так, не будем терять времени, пойдемте. Ева, представь, мы уничтожили всех своих друзей. Ты же была доброй и хорошей. Мы вместе боролись со всеми трудностями. Твой разум захватили и мозг превратили в хлебушек. Ой, да что ты меня лечишь? Всегда я такой и была. Никто мой разум не захватывал. Но мы же столько всего вместе прошли. Ой, да не грузи. Ай, ладно, потом с тобой разберусь. Сейчас нужно решить другую проблему. Сдохните, твари! Что произошло? Юра? Да неужели? Что же я наделала? Я убила 8 А, а ты грохнул этих. Не переживай, я думаю, наших еще можно спасти, в отличие от этих. Да, был парень и нет парня. Ой, да ладно тебе, другого найдешь. А нам сейчас нужно подумать, как отсюда выбраться и как наших найти. А они что, живы? Подожди-ка, у меня же есть генератор полей. Когда мы разум заплатили, мой телефон накачали технологиями будущего. Отлично, он нам пригодится. Так, давай сначала зайдем в эту деревню, а потом решим, что нам делать. Ребята, вы нашлись! И вы здесь. В смысле нашлись? Мы не терялись? Получается, мы все-таки вас не грохнули? Мы переместили их в этот мир. Ребят, вы что, перегрелись? Че вы несете? Ну как что, 8 А, вы что, ничего не помните? Какой еще 8 А? Мы 7 А, и сейчас 2020 год. Они думают, что находятся в другом времени. Да ничего мы не думаем. Мы оказались в каком-то магазине. Потом решили пойти по дороге, посмотреть на вон ту скульптуру. Ладно, пойдемте все вместе посмотрим. Может быть, там вы можете что-нибудь вспомнить. Так-так-так, мы у подножия горы с этой печенькой, и тут еще какой-то старый разрушенный мост. Что-то он мне напоминает. Кажется, мы здесь уже были. Смотрите, кажется, там кто-то есть. Там какая-то девочка сидит. По-моему, ей плохо. Пойдемте скорее, ей поможем. Капец, это же Лиза! Лиза! Привет, 8А.